Меня часто просят рассказать, бывает ли вечная эрекция у мужчин. Вы можете подумать о новом методе прокачки вашего стояка. Огорчу вас, мужчины. Нет, мужчины, сегодня поговорим именно о проблеме, которая может привести к очень плачевным последствиям. Речь пойдет о приапизме. Приапизм – это эрекция, которая длится слишком долго, более 4 часов. Приапизм может возникнуть вне полового возбуждения и не прекращаться после оргазма. Приапизм приводит к застою крови и воспалительным процессам. Может развиться гангрена. Название приапизм происходит от имени древнегреческого бога плодородия Приапа, половой член которого всегда пребывал в эрегированном состоянии. Причины, приводящие к приапизму, плохо изучены и представляют собой сложный комплекс факторов, однако постараюсь выделить основные из них. Неишемический приапизм развивается обычно после травм полового члена, когда нарушается изоляция между проходящими в нем артериями и пещеристыми телами. Причинами ишемического приапизма являются тяжелые воспалительные процессы, злоупотребление алкоголем или наркотиками, особенно при употреблении кокаина, метамфетамина, болезни и заражения крови, в частности, серповидноклеточная анемия или укус бразильского бананового паука, онкологические заболевания, побочное действие лекарственных препаратов, осложнение венерических заболеваний, травмы спинного мозга, острая гипоксия, вызванная интоксикацией, например, угарным газом. В 2017 году врачи удалили пенис 52-летнему жителю Тайваня после недельной эрекции. Причиной такого состояния стал рак мочевого пузыря. Канал носит образовательный характер, поэтому просим поставить лайк и подписаться на канал для распространения видео большему количеству зрителей. Спасибо, друзья!